Государственного музея. Перед нами замечательный парк. Возле музея ведут несколько красивых аллей, которые абсолютно не освещены. Это моя большая проблема. И мне кажется, что это проблема и для всего города. Потому что в темную ночь, в зимние вечера, совсем не видно, где находится такое культурное заведение, как художественный музей. Ну, по главным дорогам неплохо, но на обычных улицах оно не очень. Да не, плохо. Центральная улица освещается, а такие маленькие переулки темные, надо освещать. Освещение тут, оно было неплохим. Но его как-то надо поддерживать, чтобы оно постоянно освещало какой-то район. Тут, там и там. Но оно действует на природу птицы. Птицы выключают свет. Ну, я сам с правого берега, поэтому могу судить по правому. Я на левом тут особо не бываю. Ну, проспект вижу, что освещен, прекрасно, все красиво. Но на правом, конечно, желать лучшего оставлять освещение. Там тот же наш Бельфорский бульвар, где горит один фонарь, то есть одна сторона горит, другая нет. Ну, я думаю, там бы хотелось бы, чтобы поработали. Ну, а так в целом, мне кажется, все хорошо. Мы живем в центре, поэтому я не скажу, чтобы мы страдали от плохого освещения. У нас хорошее освещение во дворе и по проспекту, а в дальние районы мы не ходим вечером. Центр города, возможно, и достаточно, но мы живем на Кичкасе, можно было бы и улучшить. Ну, по проспекту, можно сказать, на 4 с плюсом по 5-бальной шкале, но есть районы очень темно. Шевченковский, допустим, вот так вот. Ні без освітлення все добре, тому що, ну, принаймні в нас, в нашому районі, то коли йдеш, я живу на Бабурці, то коли йдеш, то поруч з тобою засвітлюються всі ліхтарики, то ніби все гаразд, тим питань нема. Там, де я зараз живу, в частному секторі, лампочка настільки тускла, і часто відключають світ, вечором майже нічого не видно. Когда я иногда еду утром и вижу, что фонари все еще включены, хотя не мешало бы экономить, чтобы запустить наши заводы, например, но так или иначе их не выключают, то понимаю, что и к этому не очень серьезно относятся.